всегда, и не всесной век и веков. Миром Господу помолимся. Услышь мире о спасении душ наших, Господу помолимся. Обручается раб Божий Сергий, рабе Божьей Анастасии. Сына Святаго Духа. Аминь. Обручается раба Божия Анастасия, рабу Божию Сергию, Сына Отца и Сына Святаго Духа. Отцу и Сыну и Святому Духу. Вымышили Сергия, произволение благое, непринужденное, и крепкую мысль, паяти себе жену сию Анастасию, и уже с дебри тобою видишь. И мам, честный отче. Не обещался ли ей иной невесте? Не обещался, честный отче. Вымышили произволение благое, непринужденное, твердую мысль, паяти себе в мужа сего. Сергия, его же бред тобою с дебри видишь. И мам, честный отче. Не обещался ли ей иному мужу? Господу помолимся, о святем храме всем и с верою благословимо дочадие восприятие незазорному пребыванию Господу. О плоти израстивы преснодеву, и из нея воплотивайся и родивайся во спасение. Благословение, помяни, Господи Боже наш, рабы Твои, рабе Божией Анастасии. Получается раба Божия Анастасия, рабу Божию Сергию. Господи Боже наш, славою и честью венчаю я. Веселящийся своим мужем, хранящий пределы закона, занята то благоволи Богу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Поздравляю вас, молодожены. Потому что действительно у нас таинство венчания – это тот момент, когда наш брак освящается. Господь, у него вот свой план насчет брака, он вот это вот так видит, каким должен быть брак. И естественно, мы с вами, если мы уже научились там перед едой молиться, или там уже мы и в храм стали ходить, тем более мы перед таким серьезным и сложным делом, как брак, мы обязательно молимся вместе со всей церковью. Это действительно настолько важно. Вот. И помоги нам, Боже, чтобы действительно мы с вами, знаете, ценили то, как Господь устраивает нашу жизнь. Потому что иногда говорят, хочу жениться, чтобы у меня была хорошая жена, хочу выйти замуж, чтобы быть хороший муж. Нет, говорят святые отцы, говорят, надо хотеть жениться, чтобы быть хорошим мужем, хотеть выйти замуж, чтобы быть хорошей женой. Чтобы самому на этом поприще сложном, а это сложное поприще, потрудиться. Вот мы сейчас. Не, ну теперь вы обязательно сейчас вместе поцелуетесь. И еще раз вас поздравляю. Я очень рад и благодарен Богу, что мне довелось совершить таинство венчания вас. И это для меня лично огромная-огромная радость. Вот что хочу кратенько так сказать. И все, кто присутствовал, кто молился, сердечно благодарю за святые молитвы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за ваши молитвы. Спасибо за помощь в совершении святого таинства.